Дорогие друзья, добро пожаловать опять на прохождение Far Cry 4. Итак, у нас с вами в руках лук, а на карте у нас задание на Лонгена. Ну давайте посмотрим, что у нас тут по карте. По карте у нас тут не особо все хорошо. Не особо она сильно разведана, да и по сути телепорт можно сделать только в Банапур. Поэтому давайте мы сейчас с вами переместимся в Банапур. И постараемся взять задание у Лонгена. Напомню, кто такой Лонген. Это священник и торговец оружием одновременно. Так. Давайте, значит, что это? Понятно. Так. И давайте по поводу оружия посмотрим. Разблокирован охотничий лук. Штурмовик. Скорпион. Отлично. Так, пополнил я, значит, боезапасы. И можно продать еще все это за 23 тысячи. Все, что хочу. Так, погнали отсюда. И давайте сейчас с вами навестим Лонгена. 700 метров до него идти. Если попадет транспортное средство, соответственно, возьму транспортное средство. Тут, кстати, растения какие-то фиолетовые уже попадаются. Какой-то ужас прям. В качестве оружия, кстати, я пока что оставлю, наверное, лук. Потому что он меня вполне устраивает. Тем более, в Far Cry 3 я не бегал с луком очень часто. Можно, в принципе, сейчас с ним побегать. И еще самое интересное, я же качал навык на двойные листья, да? Давайте возьмем. Ага. Да, все правильно, два зеленых листа. И я уже слышу, что там кто-то воюет. И это явно не рядом с Лонгеном. Кстати, самое интересное то, что в Far Cry 4 есть система навигатора. То есть, видите, теперь подсвечена дорога, которая указывает вам до вашей контрольной точки, которую вы пометили на карте. Это вообще превосходно на самом деле. Мне это очень сильно нравится. Я уже, если честно, и забыл, что такая система навигации есть в Far Cry 4. Так, давайте берем с вами транспортное средство. И на секундочку я в навыки, ребят, зайду. Я кое-что хочу сам себе напомнить. Я брал что-то, связанное с транспортным средством? Нет, я ничего не брал. Так. Давайте-ка... Ой. Нет, пока что покидать транспорт я не хочу. Так, ну что, поехали к Лонгену, друзья. Давайте, сейчас, надеюсь, побыстрее мы с вами доедем до него. А дальше уже посмотрим, что у нас там будет, какое задание. Я, кстати, если честно, уже не помню, какое задание он нам даст. Ну, хотя бы... Джай, как это больно было. Но хотя бы мы с ним встретимся. Это уже будет хорошо. Кстати, всегда было интересно, из какой страны Аджай. Такое имя странное, да? Аджай. Потом батя Махан и Швари мать. Прям какой-то ужас. Так вот. Ну, Азия, да, там, Китай где-то или что-то того, наверное. И я уже слышу, что кто-то воюет. И это задание на Лонгена так начинается. Так, сейчас, секунду, микрофон пододвину. Так, и... А, это стрельбище, я понял. Так, давайте залутаем сундук. Давайте сундуки просто залутаем, по крайней мере. А здесь, кстати, случайно нету плаката этого Пейгана Мина? Ну, по-моему, нету. Ладно, заходим к Лонгену. Давайте с ним поговорим. Вот он. Брат мой, я Лонген. А ты? А ты? А ты? Ты Аджай. Это моя церковь особенная. С пушками? Конечно же. Кроткие унаследуют землю, друг мой. Но им нужны стволы. Откровение 5.5, скажем так, воодушевляет. И один из старцев сказал мне: не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил. И может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее. Откровение? Спаситель! Наш спаситель вернулся к нам в облике льва, воина. И тогда я подумал, когда сын Бога возродится, какое оружие он выберет? Что? Христос вернется, чтобы снять 7 печатей и принести упокоение. Он вернется в образе льва, да? А льву нужны зубы. Что бы выбрал Иисус? Второзаконие. 32 стих 47. Ибо это не пустое для вас, но жизнь ваша. А может,
Притчи 19:11. Благоразумие делает человека медленным на гнев. Не понимаю, что воин ты... Воин знает! Это воин мне пишет, ребят. Всегда знает. Ибо видели упокоение и выжили. С оружием творим дела праведные. Ибо каждая пуля — проповедь. Каждая пуля — наказ. За каждый рупор лжи и пайгономина, которую умолкнет, ты получишь награду. Дерзай. На все воля Божья. Вот. Держи. Это за первое. Ванапур атакуют! Пришлите подкрепление! Сабал, в чем дело? Враг наступает! Лучше не лезьте так! И сказал он мне: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари! Так, ребята, Банапур атакует, срочно нужна помощь. Спасибо, кстати, Лонгену за оружие, но... А, я могу его носить с собой? Погодите. Нужно изготовить. Да, кстати, я два оружия могу носить с собой. Так, погнали. Все, ребята, погнали, погнали, погнали. Нужно спасать Банапур. Банапур — это главный наш штаб, нельзя его потерять. Жаль, что ты не помнишь старое доброе время. Я и твоя мать, а ты у нее на коленях. Это были самые счастливые дни в ее и моей жизни. Там были планы на будущее, не только наши, но и всего Кирата. Я скучаю по тем дням. Теперь поздно что-то менять, хоть я и пытался. Эта земля в руинах. Не дай ей разрушить и тебя. И Швария огорчилась бы. Спасибо, Пейган Мин, я уже знаю все это. Так вот, пока спойлерить ничего не буду. Хотя, я думаю, вы все проходили Far Cry 4. Но лучше воздержусь, потому что на протяжении полутора лет уже выкладываю прохождение, и некоторые игры люди просто-напросто не проходят. Так, давайте сейчас быстренько заедем. Я бы, конечно, сократил, но не в этот раз. Так, вот, собственно, и мы. Так, погнали с луком, да, наверное? Я здесь, собака. Не слови пулю, спасай кого сможешь. Я рядом, скоро приведу подмогу. Так, окей, это гражданские у нас уже идут, да? Освободите деревню от армии короля. Сейчас убьем его. Так, аккуратно. Готов, мужик. Продолжаем движение. Вот опять такой. Не-не-не, погоди, погоди. Нормально. А, контрол, погасить огонь. Мне конец. Или нет? Не. Нормально, ребята, все нормально. 172 тысячи, кстати, есть. Готово. Так, погнали дальше искать людей. Пейгана Мина. Да, я уже слышу, что там кто-то есть вдалеке. Только найти бы их. А. Вижу. Готово. И лечимся. Отлично, ребята. Все, расправьтесь с подкреплениями теперь задание. Серьезно, твою мать, вертолет? И чем мне его убивать?
И чем мне уничтожать вертолет? Хороший вопрос, правда? А, или он только доставляет подкрепление. Он, походу, только... Да, подкрепление доставляет. Один скиллпоинт доступен. Блин, а вертолет-то все еще летает. Готово. А что делать с вертолетом, я не знаю. Дайте-ка я... Стойте. Во. А, то есть либо лук, либо калаш. Ну ладно, тогда сначала возьмем лук. Вижу солдат. Они идут на общине Пука. Там осталась Пхадра. Ажай, спаси ее. Я уже готов, иду. Придурок, что ли? На! Так, погнали к ней. Найдите вход в здание. Наверное, здесь он должен быть. Я уже не помню, на самом деле. Да. Ой, твою мать. Ты придурок, что ли? Хадра! Хадра, где ты? А вот она. Ну, я вроде успел. Подарить народу надежду. Сабал, она еще мала и напугана. Отведу ее домой. О людях подумаем позже, ладно? Спасибо. Не за что. Спасли Аджая себе на голову. Разозли Пола, и он вырежет деревню. Аджай ни при чем, это я. К тому же, нам не до того. Они взяли аванпост. И заложников тоже. Ладно. Сперва аванпост. Без него все пути отрезаны. Пошли. Окей, вернуть отправителю задание выполнено. 200 опыта. Посмотри только, что сотворил Фейган. Давайте зайдем в магазин. Я хочу... А, не... Ой-ой-ой, я в хату зашел, извиняюсь. Мне надо в магазин, я хотел кое-что посмотреть. Под кое-что я не знаю, что я думаю. Брат, надо поговорить. Ага. Сабал, в чем дело? Мне нужно в Банапур. Амита занята аванпостами. Значит, заложников освобождать тебе. Я знаю, это непросто, но их надо спасти до того, как мы возьмем аванпост. Ну, Амита... Да, аванпост важен. Но спасти заложников — это самое главное. Кого к нам занесло? Люди Золотой путь защитит их. Мы не можем предать их веру. Спаси заложников. Я смотрю, у тебя нормально на товаре, да, стоится? Окей, давай поторгуем. Так. Давайте все дерьмо, значит, продаем с вами. Так, а теперь что у тебя можно купить? Сначала пополнить боезапас. Бронежилет не хочу. Так, есть, значит, Марк 4 тут. Не-не-не, мне нужно что-то посерьезнее. Так, калаш, значит, СВД, М7... Так, нет, это недоступно. Так, уникальный, песочный человек. А, тут модификации сразу уже дают, да? Да, модификации сразу дают. Карта Южного Кирата, обновление с указанием мест... А, с указанием коллекционных предметов. Я думаю... Мне это не нужно, конечно, потому что я редко, когда что-то пытаюсь найти. Да, вот песочного человека я возьму. Но тебе везет. Не верю, что Банапур погиб навеки. Окей, что у меня теперь по оружиям? У меня, да, песочный человек есть и лук. Песочный человек, кстати, по-моему, с глушителем идет, ведь, да? Не могу пока посмотреть. Так, ну что, давайте... Займемся аванпостом сначала вот этим, а потом уже по заданию. Хотя не, погодите, может быть это и будет аванпост, который в задании указан. Или я даже не знаю. Ну ладно, давайте поедем сначала на задание, окей, ребят?
Потом с вами и поохотимся, и вышки пооткрываем, и кто-то мне пишет в Steam, и аванпосты позахватываем, в общем, все подряд. Так, ладно. То есть в этот раз я не буду как с Far Cry 3, типа, какие шкуры там животных найду, такие оставлю себе и попробую что-то изготовить. Нет, возможно, я реально буду что-то изготавливать себе нормальное. Патроны нужны, оружие дополнительное нужно. Всегда все пригодится, друзья, да, как говорится. Так. И знаешь, что самое интересное? Опять отвлекусь. Навыки. Так, у меня один навык есть. Инъектор охотника. О, не-не-не-не-не, мне это точно не надо. Вот улучшенная физподготовка, еще одну ячейку здоровья дает. Убийство с подхватом. Сразу после убийства, чтобы подхватить труп. А есть серия убийств. Убийство тяжелого бойца есть, ребята. Мне это нужно. Убийство с подхватом берем. Потом мне нужно взять броня губка и дальше убийство тяжелого бойца. Но нужно гнев Пейгана будет один выполнить. Окей, это несложно, я готов буду это сделать. Так, ладно, друзья, погнали к аванпосту тогда с вами. Кстати, начинайте уже думать, знаете о чем? Тут же потом будут разногласия между Амитой и Сабалом. Вот. И, в принципе, можете написать, за чью сторону мне лучше выступить. Я только напомню то, что Сабал, он придерживается традиции страны. То есть он любит все делать по старинке, по традициям, да, все дела. А Амита, она, скажем так, не придерживается традиций, но она хочет, скажем так, увеличить прогресс. Ну, стремится, в общем, к прогрессу она. Ну, в общем, по ходу сюжета узнаете, что я имею в виду. Там просто разные методы выполнения заданий будут. Убейте охранников и спасите как минимум двух заложников. Да, песочный человек идет вместе с глушителем и коллиматорным прицелом, друзья. Так, хорошо. Ну что, погнали? Давайте попробуем. Так, спасите минимум двух заложников. Хорошо, я к этому готов. Не знаю, что да как. Тут их трое. Окей. Я бы попробовал убить, но лучше сначала, наверное, сзади, да, начать. Почему до сих пор им никто не принес выкуп за меня? Я не знаю, кстати, есть ли там кто-то наверху, но полагаю, что есть. Пусть поторопятся. Спасите двух заложников, развяжите, чтобы получить доп. Награду. Минус один, ребятки. Бумажник почти полон. Минус. А, меня пчелы там кусали. Так, окей. Давайте их теперь спасем. А, перебейте охрану. Значит, это все-таки не все было. У нас тут, значит, еще есть враги. Да, кстати, у меня бумажник почти полный. Наверное, я все-таки тогда карты буду эти брать. Эй, Рэмбо. Привет. Всех убил? Они в безопасности, Сабал. Все. Мой отец гордился бы тобой. Он создал Золотой Путь, чтобы помочь своему народу. Я приехал сюда не ради всего этого. Ты все равно помогаешь, брат. Посмотри, как много ты сделал. Это непросто. Но помоги Золотому Пути, и это поможет тебе добраться до Лакшманы. Отпусти. Мы найдем ее это вместе. Это все, что у меня есть. Спасибо. Возьми, пожалуйста. Переговоры о заложниках. Задание выполнено. Отличненько. Аджай, это Амита. Я знаю, что Сабал подбил тебя освобождать заложников вместо аванпоста.
Ничего. Ты новичок, а Сабал может быть настойчив. Я сделал, что мне сказали. Ты молодец. Но смотри на вещи шире. Я уже все подготовила к атаке на аванпост. А теперь часть моих бойцов вынуждена защищать заложников. От чего? От Пола. Мы отняли у него игрушки. Ты не понимаешь? У нас был план. Теперь он рухнул. Пока не разберемся с Деплером, мы связаны. А у солдат на аванпосте полно времени, чтобы подготовиться. Я им помешаю. Напасть на аванпост в одиночку – самоубийство. Подожди, мы выделим тебе подкрепление. Я справлюсь, Амита. Аджай, нападение. Задание следующее у нас с вами называется. Доберитесь до заставы. Да, хорошо, что я этот аванпост, ребята, не брал. Теперь мне как раз надо его захватывать. Так, и еще кое-что. Изготовление. Погодите, прогресс, коллекция, тактика. Погодите-ка, а где у нас... Изготовление предметов чисто. Может оно само изготавливается? Я просто не знаю. Окей, ребята. Я не знаю, где изготавливаются инъекторы и всякие различные вещи. Что я подзабыл на самом деле. Кстати. Вот это вот что у нас тут такое? Это что-то с кармой связано. Убить солдат армии короля и спасить заложников. Да. Аджай, Аджай. Аджай! Что? Ничего, просто связь проверяю. Если бы не ты... Событие кармы завершено. Так, ладно, погнали. Сейчас, если мне по пути попадется зеленый листочек, то я тогда... пойду... и просто сорву его. Так, у меня там еще один навык готов. Кстати, я вот думаю, может быть, все-таки еще что-то прокачать, потому что... гнев Пейгана надо будет еще выполнять. Так, скорость ремонта это не по мне. Меньше урона от огня и взрывов. Нет, я подумаю. Целиться во время перемещения тела. Кстати, а давайте возьмем... А, два навыка надо. Фак. А есть, знаете, какой навык? Этот. Цепочка убийств. Вот что мне нужно. Так, мягкая посадка, охотник. Не то, не то. Не то. А вот, серия убийств. Уничтожить один карательный отряд. Ну, понятно, в общем, эти способности не скоро у нас будут. Ладно. Дайте-ка я оценю обстановочку для начала. Да, вот этот аванпост. Да, и если я туда спущусь, я тупо умру. Но у меня есть кошка. Вроде бы. Эй, я могу тебя использовать? Нет, мне надо вниз. А еще ниже нельзя, что ли? О, фак! Все обошлось. Только хп теперь будет медленно пополняться. Так, сейчас я срываю лист, и у меня... аванпосты, да? Я знаю, что это такое, чего вы меня учите. Да, смотрите. Здесь уже само все происходит. Сами эти инъекторы появляются. Так, давайте возьмем аванпост без лишнего шума тогда с вами. Вижу, вижу, вижу. Я не знаю, как тут получше сделать. Минус. Тихо. Аккуратненько отступаем. Так, зачистите заставу. Я бы, конечно, еще попробовал с помощью пистолета это все сделать. Слушайте, блин, они сюда, кажется, начинают подниматься. Мне это не нравится. Окей, ребята, поднимайтесь, конечно, поднимайтесь.
Да конечно, тут ничего нету. Заметил. Козел. Привет, подкрепление. Не получилось у меня все по-тихому сделать. Я не знал, что они спалят через деревья. Ух, твою мать. Привет, слоненок. Я тебя не трону. Так, нормально. Пропаганда. И чего? Что-то аванпост не захвачен. Блин. Аванпост захвачен. Базар Кхилана. Кстати, если я не ошибаюсь, то если вы взяли аванпост штурмом, то он вот как раз желтым цветом потом будет моргать. Ну, при захвате я имею в виду. А если тихо, то синим. Сначала заложники, теперь аванпост. Ты редко меня слушаешь, Аджай, но должна признать. Сегодня ты молодец. Спасибо. Я сделал то, что счел нужным. Мама была бы рада. Я знаю, тебе нужна Лакшмана. Но это не так просто. Мы потеряли север много лет назад, и теперь бьемся за юг. Я обещал маме, что развею прах там. Она так хотела. Подумай, Аджай. Твоя мать прекрасно знала, что случится, когда ты приедешь сюда. Сын Махана Гейла вернулся на родину, истерзанную войной. Ишвари была умной женщиной. То, что ты здесь и помогаешь нам, не случайность. Оставайся с нами. Вступай в Золотой Путь и обещаю, ты выполнишь последнее желание матери. Будь то развеять ее прах в Лакшмане, или достичь чего-то большего. То есть Золотой Путь — дело моих родителей? Верно. Они хотели освободить Кират от Фейгана. Помоги же нам закончить то, что некогда начали они. Просто подумай, Аджай. Ну, мам, похоже, я останусь. Первая часть завершена. Отлично. Ну что, друзья, продолжим уже с вами в следующий раз. С вами был Спектр, Far Cry 4. Оставайтесь со мной.